Ну, в то время Пао не был, конечно, таким монстром европейским, каким он являлся многие годы. Но несколько историй я помню, могу рассказать. У нас была решающая игра в Греции, и это был за выход в финальную шестерку Кубка Европейских чемпионов. В то время была другая формула, и после этого, если выпадаешь в шестерку, это было еще дополнительных 10 игр. В то время это было очень важно, кроме спортивной составляющей, очень важно было то, что мы 5 раз за границу бы поехали. А в то время это было архиважно. Так вот, мы играли в небольшом зале в Афинах с бетонным полом. Все это было, конечно, такое совершенно по-другому. И, ну, судейство в Греции всегда было не очень хорошо, но тогда это было что-то невероятное. И в конце случилось еще более невероятное, потому что нас просто, как в спорте говорят, убили. Во-первых, сначала основного разыгрывающего Станислава Еремина уронили специально на пол так головой об бетонный пол, что у него было сотрясение мозга, его унесли с площадки. Это было за несколько минут до конца. И запасной игрок, который меньше играл, вышел на площадку и в конце концов при окончании игры за несколько секунд до конца, когда мы выигрывали 1 очко, по-моему, ну, во всяком случае, в очко или 2, я уже не помню, но смысл тот, что вот это вот очко разницы, которое они забили после того, как они сымитировали фол, нашли контакт на центре площадки, когда он бросал с центра поля, наш парень стоял рядом, я убежал за боковую и кричал: «Не фолить!», потому что знал, что сейчас что-то будет. Так вот, он тыкнулся сам плечом в нашего игрока, и пошли потом пробивать фолы, и выиграли очко, и в результате мы не попали в эту финальную шестерку. Настолько было вопиюще, но в то же время у нас же в то время была система. Я не знаю, как говорилось об этом когда-то или нет, у нас в команде 12 человек. На Кубок чемпионов ездило 10, двоих отцепляли, но в то же время чекист с нами ездил. И меня всегда возмущал этот факт, и я не знаю, меня трясло прямо от этого, потому что, ну, парень, который в команде, он может быть не основной, но он важный элемент команды. И двоих отцепляют, но в то же время наш доблестный воин, который признан для того, чтобы за нами следить, он ездит и потом еще отчеты на нас пишет. Так вот, в той игре такое случилось, и в результате мы не попали в финал Кубка Европейских чемпионов. И еще одна история с Пао была уже при Сергее Белове, тренере. Мы играли тоже в Афинах, это уже в конце 80-х, и проиграли. Плохо очень играли, но они играли очень здорово. 26 очков разницу. Это была катастрофа, конечно, потому что, ну, мы действительно плохо играли, а они действительно хорошо. И на ответной игре здесь мы выиграли 50, потому что были настроены на том, чтобы доказать, что мы лучше. Это была такая знаковая игра, которая показывает, что если ты сильно можешь, сильно хочешь, то ты можешь.